Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Аканина, и сегодня у нас выживание в Майнкрафте хардкорное. Я надеюсь, вам понравится данный видеоролик, так что начинаем. Так, сейчас мы будем добывать дерево, у нас ограниченное время, так как это хардкор, и будет очень сложно в хардкоре. Наша задача на сегодня хотя бы найти деревню. И будем оттуда уже начинать развиваться. Так. Надо добыть березу. Березу добыть, да. Так, рядом с нами есть шахта небольшая. Версия у нас 1.18.2, если я не говорил. Так, ну сейчас добудем камень и пойдем дальше искать деревню. Ну или родину, что повезет. Так. Вот, уголек тут есть, надо пойти забрать. И какой-то странный блок. Может, эта текстура просто залагала, ладно. Так. И лазурит уже здесь, капец. Никогда не думал, что такое будет. Так. Сейчас заберем верстак. Скрафтим кирку. Топор. И меч. Там пляж, я так понимаю. Так, пожалуйста, пусть много уголя будет. Мне нужен уголь. Очень. Вот, овца. Мясо и шерсть. У нас есть. Так. Побежали искать деревню. Деревня, деревня. Надо дуба добыть. Многовато достаточно. И... А, нет, это что-то другое. Давайте сейчас поплывем туда, посмотрим, что там. О, так корабль там. Как я его сразу не увидел? И... Какая-то странная текстура воды, ну ладно. О, так это еще перевернутый наполовину, ну, да, целый корабль. Еще повезло нам. Карта. Загадочная рагу подойдет. И... Да ну! Блин, я походу ошибся. Это на... Хотя... А, нет, не на ошибся, все нормально. Да что, боже. Не...
Гениально. Итого у нас 11 железа. Охрененно. Тростника надо забрать. Поплыли. Нам надо вот быстрее найти деревню просто и все. И на этом наша задача уже закончена. Ну, наполовину закончена. Тут только острова. Но там теплый океан, я так понимаю. Или это просто такое забавное, можно сказать. Что-то, кстати, а, о, джунгли. Джунгли начинаются. По идее, сейчас где-то саванна должна быть. Или нет. Дельфины. Так, вот еще джунгли. Вот здесь, по идее, можно как-то... Будут шансы, может, найти деревья. Погнали сюда. На ты еще найти, а то у меня вообще еды нет. Ну, хотя гений бегу, блин, со спринтом. О, ну вот еда как раз. Так, можно тут, я слышал лаву, можно будет сделать портал в ад. Но если мы отсюда не будем уходить. Скорее всего, вряд ли. Хотя не, мы, наверное, уйдем, потому что мне местность не нравится вообще. Так, 23 угля. Еще больше найдем. А, ну ладно. Так. Ну это плохо то, что мы пока еще деревню не нашли, потому что нам очень сильно она понадобится. Даже честно. Ага. 42 угля, все. Так, еще не темнеет. Мне уже темнеет. Ну, сейчас переночуем туда в этой пещере. Ничего страшного, думаю. Ой, что я наделал? Гениально. Так. Это... Можно щит скрафтить, он 100% нужен. Ведро. И... Кирка. Я не знаю, может или меч сделать, или топор. Наверное, топор лучше будет. Так, все. А это так поставим. Все, можно забирать все.
и спать. Так, наступило утро, и можно продолжить дальше на наше бегство в поиске деревень. Или деревни. Не знаю точно. Но надеюсь, нам повезет, и нам с первой попытки выпадет нормальная деревня с нормальным ландшафтом. Чё тут? Офигенная пещера просто. Там лавовое озеро. Так, тут просто озеро. О, воду надо сделать точно. Чуть не забыл. Скрафтил ведро, а воду не набрал от него. О, деревня. Но, блин. Хотя, сейчас посмотрим. Может, она и нормальная. Так, дом лучника есть. Отлично. Библиотекарь. Священник. Два библиотекаря у нас на подводник. Или доход 2. Но мы их переделаем потом под одного починку, я не знаю. И второго тоже переделаем. Будут нормальным у нас торговать им дерьмом всяким. Да, я думаю, в принципе, можно остаться в этой деревне. Давайте тогда начнем освещать ее потихоньку, потому что ночью будут монстры, и они могут сожрать всех жителей. О, тут еще этот есть снопы сена. Отлично. И рядом джунгли еще прикольно даже. Так, здесь у нас вот еда есть. Изумруды. Так. Я пойду сейчас, наверное, с фермером поторгуюсь. У него там, надеюсь, будет. А, нет, хлеб у него там со какого-то левела, можно так. Да, со второго левела можно покупать у него хлеб. Ха? Да, так он морковкой. Гениально. Так, вот еще хлеб, яблоки. Надо мне дальше освещать деревню, потому что... А, тут офигенно дом заспавнился. Но мы это исправим потом. Потом когда-нибудь... Когда-нибудь мы это исправим. Так, надо осветить территорию. Хотя бы вот до сюда. Ну, угля нам, наверное, понадобится много, потому что, видимо, мне одного стака не хватит, чтобы осветить здесь все. А еще вот там вот надо осветить. Да, мне одного стака не хватит. Че там? Там ничего нет. Все. Тут можно будет еще один какой-то домик сделать, не знаю. Кузницу, например. Она прикольно здесь будет смотреться. Правда, надо по размеру ее найти. Но ничего. И вроде бы нам хватило. Факелов, в принципе. Так, надо определиться еще, в каком доме мы будем жить. Тут очень много работ, но жителей здесь не хватает. Прям видно, вот один.
житель. Ага, где второй? А, второй там внутри был. Да, второй. И там еще еще два. И все. А куда остальные делись, я без понятия. Вот еще два. Здесь никого. И все. Я не знаю, почему так нет. Так, это дерево надо срубить, потому что оно тут некрасиво смотрится. А, нам, наверное, землянку какую-то вырую, и там будем жить. Вот здесь, например. Отлично будет. Вот, все. Ой, тут еще и уголь, отлично. То, что надо. Все. Так, все это мы сделали. Это застроить, чтобы красиво смотрелось. Сделать так. Поставить. 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 Надо сделать печку. А можно еще все. Весь дуб в дерево переделать. Я сейчас сундук сделаю, чтобы можно кто-то складывать что-то было. Вот, так у меня еще один слиток остался. Как я про него забыл. Можно лопату скрафтить. Этот палок я сделал побольше, потому что я сейчас сделаю еще факела, чтобы осветить дальше. Вот. Надо мной, например, вот, чтоб десант не падал никто. Вьетнамские флешбеки, так сказать. И... Ну вот, 4 жителя на всю деревню. И как мне их развивать? Ну, допустим, я сейчас одного уволю с этого. Он не будет... У нас работает здесь библиотекарем. Я потом, если что, сделаю какого-то чела, если у нас будет много жителей. Но он пока, конечно, никуда не устроится, потому что уже вечер и... А нет, вот еще один житель родился наконец-то откуда-то. А, вот, так тут еще есть плавильня. Ну, я бы это кузни назвал, но я как-то даже не заметил. Но я, наверное, там хочу кузницу сделать, потому что, я не знаю, она как-то красивее будет там смотреться. И вот это надо будет нам еще как-то сделать, потому что это вообще очень странно смотрится. Ну, это еще более-менее как-то можно простить, а вот это, когда пол дома висит, блин. Как-то странно. Ну ладно. Так, что-то... А, не, 5 жителей у нас, так понимаю. Все. Так, ну, уже вечереет. Я думаю, на этом можно заканчивать наше видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравился Майнкрафт и как я его вообще снимал. Всем спасибо еще раз за просмотр, всем удачи и всем пока.